Всем привет, меня зовут Максим Исаков, и сегодня в этом видео мы обсудим некоторые вопросы, касающиеся каллиграфии с острым пером. Мы будем пользоваться пером Leonard 700. Вопросы, которые будут иметь большое значение для начинающих, ну и вопросы довольно неочевидные. Во-первых, посмотрим на само перо. Вот оно. Видим, что оно очень острое. Как оно работает? Поставим его на ноготь. И посмотрим, если я на него нажимаю, то его лепесточки расходятся. Соответственно, если я нажимаю на перо, я получаю толстую линию. Если не нажимаю, линия будет тонкая. Посмотрим, как это выглядит. Я обычно пользуюсь либо тушью Винзор и Ньютон, вот это вот черно-синяя тушь, хотя фиолетовая мне нравится гораздо больше, но у меня она сейчас кончилась, либо черной тушью, настоящей китайской тушью для каллиграфии. Видео, конечно, этого не передает, но если мы понюхаем эту тушь, пахнет она каким-то лекарством. Некоторым не нравится, некоторым, наоборот, очень сильно нравится. Ну и вот здесь, в чернильнице, у меня как раз черная китайская тушь. Чернильницу потом в другом видео рассмотрим более детально и поближе, когда в ней не будет чернил, чтобы ее можно было покрутить. Так. Попробуем изобразить заглавную букву А. И поскольку перо очень острое, нетрудно догадаться, что его физика и геометрия заставят нас воздержаться от того, чтобы нажимать на перо, когда мы рисуем восходящие линии. Потому что если мы попытаемся это сделать, перо просто воткнется в бумагу. Мы этого не хотим, поэтому нажимными линиями у нас будут только нисходящие. Букву А можно изобразить иначе. Это несколько другой шрифт. Но тем не менее, вы тоже видите, что восходящие линии всегда тонкие, всегда без нажима. Так, теперь то, что обычно волнует начинающих. Вы пришли в магазин, купили держатель. Вот такой держатель без краски, без лака. На нем остаются чернила, их потом не смыть. Но меня устраивает. Кстати, не крашеный, не лакированный, обычно дешевле. В среднем рублей на 10. Если такой стоит 70-80 рублей, такой обычно 50-60. Итак, мы купили перо. Вот у меня есть новый Leonard 700. Пока оставим его здесь, в коробочке.
И у меня есть вот такое перо. Им я пользуюсь довольно редко. Это, минутку, что здесь у нас написано? Это тоже Леонард 40. Это перо предназначено не для рисования, не для каллиграфии, а для... минуточку. Как-то оно... Где-то на нем, по-моему, даже это было написано. Да, это перо Леонард 40 предназначено. Это перо предназначено для стенографирования. Вот оно. Если сравнить с этим каллиграфическим пером, видим, что каллиграфическое намного меньше и уже. Ну и, наверное, острее. Итак, если у нас большое перо и вот такой вот держатель, вы можете заметить здесь такие лепесточки. Большое перо мы будем вставлять просто в середину. Придется приложить некоторые усилия. Если вы хрупкая девушка или маленький ребенок, то, возможно, вам придется попросить у кого-то помощи. Вот, оно вошло. Здесь есть ограничитель, поэтому можно не бояться, что перо туда упадет. В любом случае, оно шире, чем держатель. Пишет оно не так, как то, которым мы пользовались. Видите, что оно может разойтись очень сильно. Давайте посмотрим поближе. Оно очень сильно может расходиться, соответственно, в таком положении оно уже писать не сможет. Сильно нажимать, слишком сильно на него нажимать не нужно. Так, но если вы взяли новый Леонард 700. Его фотографию можно найти в группе, в той соцсети, в которой вы на нас подписаны. Если не подписаны, подписывайтесь. Для того, чтобы вставить Леонард 700, придется внимательно посмотреть на лепесточки и перо вставлять строго под лепесток. Вот видите, раз, два, три, четыре. Я постараюсь попасть под лепесток и аккуратненько вставить перо. Осторожно, оно очень острое. Проткнуть палец можно как нефиг делать. И мы не хотим, чтобы оно ушло слишком глубоко, и чтобы слишком мало вошло, тоже не хотим, иначе оно вывалится или будет сильно болтаться. Вот сейчас оно очень хорошо там закреплено. Посмотрим, как это новое перо будет писать. Кстати, когда вы выбираете в магазине себе Леонард 700, смотрите внимательно, потому что иногда, если повернуть его вот так вот в профиль, можно увидеть, что один лепесток сильно отстоит от другого. Вот в этой плоскости. Это значит, что перо погнулось при упаковке, скорее всего. Потому что допуски на производстве очень строгие. А вот при упаковке, при транспортировке происходят иногда неприятные вещи, и некоторые перья оказываются бракованными. Хоть они достаточно дешевые, одно перо стоит 30-40 рублей. Тем не менее, довольно неприятно, если вы купили 2-3 пера, и половина из них оказались бракованными. Писать ими невозможно без некоторых танцев с бубном, о которых мы поговорим в другом видео. Итак, вот это новое перо. Я опускаю его в тушь. И попробую сейчас что-нибудь им написать.
Давайте возьмем какую-нибудь другую букву. Например, букву В. Видите, у меня тут произошла некоторая неприятность. Видите, оно перестает писать. Я обмакиваю его в чернила, но чернила образуют такую вот круглую капельку и не очень-то хотят держаться на пере. Писать довольно сложно, а то и вовсе невозможно. Как вы думаете, почему такая проблема возникает? Ну, те, кто хоть немного знаком с технологиями производства металлоизделий, знают, что обычно металлические изделия выходят с завода в заводской смазке. Поэтому нам пригодятся салфетки. Желательно воспользоваться спиртом или другим растворителем. Можно воспользоваться спиртовыми салфетками. В данном случае я пользуюсь спиртовым лосьоном. Вот он, средство для дезинфекции рук. Стерилиум, очень рекомендую. Это не реклама. Я беру мое новое перо, которое покрыто тонким слоем заводской смазки, которую я не вижу даже. Опускаю спирт. Немножко поболтаю, поболтаю, поболтаю. Возьму бумажную салфетку. Аккуратненько протру. И прикасаться к рабочей части пера пальцами больше не буду. Итак, опускаю перо. И что же я вижу? Чернила пристают к нему просто отлично. Видите, как хорошо держится. Ну и попробуем написать букву В. Кажется, я не все масло смыл. Ну, в чернилах тоже содержится некий растворитель, поэтому нет, хорошо держится. Ну, давайте напишем что-нибудь подлиннее. Может быть, может быть, чье-нибудь имя? Есть среди тех, кто смотрит это видео, человек по имени Егор. Наверняка есть. Давайте напишем его имя. Так, это перо мы пока уберем и возьмем наше лакированное. Еще проблемы, с которыми сталкиваются начинающие каллиграфы. Это не совсем подходящие чернила. Если вы воспользовались чернилами, которые я вам показывал, еще раз напомню, китайская тушь для каллиграфии, английская тушь для каллиграфии Уинзер и Ньютон, то они достаточно плотные, вязкие, и с ними у вас особых проблем не будет. А вот очень жидкие чернила и очень жидкая тушь
могут растекаться. Причем растекаться они у вас будут практически по любой бумаге. Мелованной, гладкой, пористой, любой. Когда вы что-нибудь пишете, и у вас, например, кончились чернила, перо дальше не пишет. Ну, например, я хочу написать какое-нибудь длинное имя. К примеру, Светлана. Такое острое перо. И вот у меня кончились чернила, видите? Что мне делать? У меня есть тонкие линии, у меня есть толстые линии. Если я попытаюсь попасть в тонкую линию, то это будет не очень аккуратно выглядеть. Скорее всего, будет заметно, что я написал письмо в два приема, написал это слово в два приема. Поэтому я ставлю чуть выше того места, где хочу продолжить, в толстую линию, и продолжаю. Примерно так. И, пожалуй, на сегодня это все. Если вы начали заниматься чистописанием, каллиграфией, или если вы уже давно занимаетесь, но у вас есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях к этому видео, задавайте их в группе, можете писать личные сообщения, мы постараемся на них ответить.